Город Вольск Саратовской области засветился в киноскандале. Министерство культуры запретило показ в России голливудского фильма, действие которого происходит в этом городе Саратовской области. В кинокартине номер 44 речь идет о поисках серийного маньяка-убийцы, жертвами которого стали 44 ребенка. Действие разворачивается в 1953 году в Советском Союзе. Чиновники российского Минкульта углядели в фильме искажение исторических фактов и посчитали недопустимым демонстрацию картины в преддверии 70-летия Победы.